тобой поженимся. Так сколько денег-то надо? Желание подкопить на пышную церемонию или просто проверить любовную лодку бытом. Все это может отложить поход в ЗАГС на несколько лет. А кто-то и вовсе не видит смысла заявлять о своем союзе государству. Но новая инициатива может сделать это за них. Желающих добровольно узаконить отношения этим субботним утром оказалось немало. Одни из них — Рената Рузеля, теперь уже Кедрасова. Общая фамилия, обручальные кольца и официальное подтверждение. Разрешите вручить вам ваш первый семейный документ, свидетельство о заключении брака. За семейным документом уже через 4 месяца знакомства. Совместным проживанием чувства решили не проверять. Не знаю, даже не задумывался. Потому что полюбили, фильм, наверное. Да? Ну, жениться не страшно? Вообще. Нет. В полном соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Муж и жена теперь законные. Для Аделины и Александра Емельяновых свадьба сегодня стала счастливым завершением как раз гражданского брака. Знают друг друга уже 6 лет, 2 из которых живут вместе. Говорят, любовь все равно важнее штампа в паспорте. Мне не принципиально. Да, нет, как бы. Я знаю, что мы на всю жизнь вместе, поэтому мне это не принципиально. От людей зависит, насколько они любят друг друга. Если силу любви так просто не измерить, то ее срок уже легче. 5 лет совместного проживания и, что называется, общего ведения хозяйства Госдуме предложили считать уже официальным браком. При наличии общего ребенка этот срок сокращается до 2 лет. В законопроекте такие длительные, но не зарегистрированные союзы названы фактическими брачными отношениями. Сейчас они выпадают из правового поля, а участники юридически беззащитны. Это и призвано исправить новая инициатива. Гражданский брак нельзя приравнивать к официальному, потому что одно дело, когда люди действительно пошли в ЗАГС, там расписались, сделали все по закону. Ну и другое дело, когда люди просто решили пожить между собой, это как-то более на бытовом уровне. По каким причинам они могут не дойти до ЗАГСа, это непонятно. Хотят люди жить свободно, пускай живут свободно. Если мы говорим уже о конфликтной ситуации, да, и одна какая-то сторона пострадала, и они в течение 5 лет нажили какое-то совместное имущество, то здесь, лучше как бы узаконить. Институт гражданского брака под защитой, к примеру, в Швеции, Германии, Франции. Инициатива не предполагает, что после 5 лет совместной жизни пару потащит заполнять какие-то бумажки. Факт супружества уже задним числом можно будет доказать, как только он понадобится, к примеру, при разделе общего имущества. Кстати, подсчитывать совместно прожитые годы законопроект предлагает по свидетельству родственников и соседей. Любовь без штампа сегодня явление повсеместное, а вот статистика официальных семейных союзов не утешает. За 2016 год по всей стране зарегистрировано меньше 1 000 000. И при таком раскладе внимание законотворцев к гражданским бракам неудивительно. Лина Зинатульна, Андрей Сантальцев, ТНВ, Казань.